Всем привет, дорогие зрители! С вами снова я из Солнечной Алании. Канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alania. Нашел для вас двухкомнатную квартиру недалеко от моря в районе Махмутларцы инфраструктурой. Такие цветочки. Есть бассейн. 15 метров в длину, 5 метров в ширину. Шезлонги, зонтики уже убрали. Так, здесь генератор. У нас в этом здании открытая терраса на крыше. Все жители вот такого здания могут поднимать туда на крышу и наблюдать красоту Алании. Генератор есть. Деревья, растения, там цветочки. Вот такой электромотоцикл можно купить и ездить по всей Алании. Кайф, полнейший кайф. Еще чего не сказать. Очень удобно. Требует права B категории или не требует, даже не требует. Некоторые есть модели, которые требуют. Здесь у нас вход. Прямо рядом есть сеть маркет. Рестораны, инфраструктура, туда-сюда, все есть. Море в той стороне, расстояние отсюда 340 метров максимум. Так. Угу. Квартира находится на верхнем этаже проекта. У нас здесь лобби. Даже розочки есть. Есть теннисный стол. Фитнес уже они вроде убрали. Или работает? Да, работает. Работает. Угу. Айда тут 150 лир. Вот такой лифт. Поднимаемся на средний этаж. Поднялись мы на верхний этаж. Так. Откроем двери. Квартира пустая. Входим. Здесь у нас просторный санузел. Тут все доделает хозяин. Так, здесь что-то, это что такое? Что-то не понял. Так. Угу. Угу. Здесь спальня. Как минимум здесь 11 квадратных метров. У меня даже есть электронный измеритель лазерный. Сейчас. Чтобы вы понимали, что я отмеряю все квартиры. Вот, 12 квадратных метров, дорогие зрители. Сказал 11. Я минимум говорю, максимум не говорю. Здесь что-то какая-то вот няшка. Надо доделать. И тут няшка есть. Угу. Входим в гостиную. Совмещенная со спальней. Так. Есть кондиционеры. Люстра. И готовая кухня. Нужно купить бытовую технику, обставить квартиру. Акриловая столешница. Да. Столешница хорошая тоже. Выйдем на просторный балкон. Сторона здесь. Северо-западная. Смотрит на мечеть. Молитва там. Звук по-любому есть в Махмутларе. Здесь тоже будет.
Так. Вид немножко на море, на соседнее здание и на горы. Здесь рядом парк называется. Ючген парк на турецком. Поднимемся сейчас на террасу. И там я озвучу цену этой квартиры. Не закрывайте ролик, смотрите до конца. Хорошо? Поднимаюсь я на террасу. Тут уже у нас зона отдыха, лобби. Есть санузел, если что, кухня. Если что, там не втерпешь, поднимайся на крышу. Вот такая красота на крыше. Детская площадочка прямо на террасе. Вот, о чем я говорил, смотреть до конца. Кто не посмотрел, это ваша проблема. Вот, вид на море. Даже если у вас квартира не смотрит на море, можете подняться на террасу, лечь тут на шезлонге. Там вот шезлонги есть. Детьми подняться, поиграть, отдохнуть. Шашлык-машлык пожарить с той стороне. Даже вот есть механическая маркиза. Так. И вот. Вот. Вот-вот. Машлык, шашлык. И отсюда также есть вид на море. Все. Квартира-то у нас. Квадрат метров скажу. Там было где-то жилая площадь с балконом вместе 52 квадратных метра. 50-52. Цена той квартиры, которую я снимал, которая находится на среднем этаже, 57 тысяч евро, дорогие зрители. Цена той квартиры была 57 тысяч евро. 3 тысячи как минимум обойдется вам обставить бытовую технику и там мебель такую среднего качества купить. Я заказываю все онлайн. А так обойдется приблизительно 4-6 тысяч евро, чтобы обставить полностью эту квартирку. Это уже люксовый, там все есть. Дорогой товар. Все, с вами был Агасий из Солнечной Алании, район Махмутов. Всем пока-пока.